Здравствуйте, я Ангелина Трушина из поселка Кавалерово. Я расскажу два стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Осы пустынники» и «Жены непорочные». И автор неизвестен этого стихотворения. «Из страны далекой ласточки летят». Я выбрала стихотворение «Отцы пустынники» и «Жены непорочные», потому что автор изложил молитву Ефрема Иссирина, которую читают Великий пост. Второе стихотворение я выбрала, потому что оно передает пасхальную радость, и на душе становится тепло и радостно. Александр Сергеевич Пушкин. «Отцы пустынники и жены непорочные, чтоб сердцем возлетать в области заочной, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв, но ни одна меня из них не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальные великого поста. Все чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведанной силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытой сей и празднословие не дай душе моей, но дай мне зрить мои, о Боже, прегрешения. Да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи». Второе стихотворение. «Из страны далекой ласточки летят, весело щебечут, людям говорят: люди, пробудитесь, к вам весна идет, а с весною Пасха радость нам несет. Радость, что из гроба наш Спаситель встал, детям он и взрослым избавление дал. Он воскрес из мертвых, вся земля поет, и опять на землю скоро он придет. Воспевайте, люди, наш Христос воскрес! Есть спасение людям, и надежда есть».